На один день погрузиться в детство. 1 июня, в День защиты детей, в Струковском саду уже второй раз пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство». Его программа будет интересна не только малышам, но и их родителям. С 10 и до позднего вечера будут работать больше 30 фестивальных площадок. Ну, конечно, наверное, надо рассказать и о главной сцене. Здесь будут и спектакли, они такой космической тематики. Студия «Союз мультфильм» специально готовит и подготовила, именно потому что Самара – космическая столица России. Мы это всегда заявляем. Тайна третьей планеты. Здесь герои появятся. Много творческих программ, мастер-классов. Будет участвовать у нас киностудия имени Горького. Представит мастер-классы по созданию анимационных фильмов. Также гостей праздника ожидают интерактивные спектакли, игровые программы. Будут работать консультационные центры и творческие мастерские. На главной сцене покажут несколько спектаклей на космическую тематику. Зрителям представят фильм «Чебурашка» 2023 года. Фестиваль на самом деле будет интересен всем. То есть это такое прям большое классное семейное мероприятие, где взрослые, причем взрослые всех поколений, они смогут прям прикоснуться к детству. То есть тут и тайна третьей планеты. И в основном все герои, которых мы привезли, они все относятся к золотой коллекции. Тут будет и «Ну погоди», «Заяц с волком», и «Простоквашино». Причем «Простоквашино» мы подготовили целую деревню. Там будет такая большая объемная фотозона. Привлечет гостей фестиваля открытая площадка. Здесь с 11.00 до 20.30 будут представлены творческие программы от музыкальных, театральных и хореографических детских коллективов, кинопоказы от фестиваля «Кино детям», детский КВН. У нас там будет несколько анимационных игровых программ от разных коллективов, которые подготовили специальную программу к празднику, который будет проходить завтра. Потом у нас на этой же площадке будет несколько детских театральных коллективов, которые тоже представили свои сказки для детей, то есть дети детям. Фестиваль начнется в 10 утра и завершится вечером семейной дискотекой. Диджеем выступит «Громозека». Прийти в Струковский сад смогут все желающие. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев. События.